Весной время скоростей только началось с открытием байк-сезона. На асфальте директора фирмы, компании, бизнесмены, менеджеры, юристы, программисты. Сегодня в зоне риска весь цвет нации. У костра страховой агент Федор узнает последние аварийные новости. Перед отъездом он хотел меня застраховать 55 тысяч рублей. Значит, посчитал, что в основном еду не в Россию, что страховка не действует в Европе, и пожадничал. И на обратном пути уже в России-то мы разбились. Мы решаем испытать то, ради чего они готовы рисковать. Федор, как настоящий агент-хранитель, дает свою мотокуртку. Отправляемся в полет практически. Они из группы риска. Не все страховые компании даже берутся их страховать. Но страхи мотоциклистов не волнуют. Скорость гораздо важнее травм. Они не могут жить без риска, но всегда надеются на две вещи. Исправные тормоза и страховой полис.